Хе-хе-хе, всем привет, рад приветствовать вас, друзья, на канале, с вами доктор, это Osiris New Dawn. В общем, все у нас с вами есть, чтобы продолжить сюжетку, именно сегодня с этого и стартанем. Пойдем сейчас в пещеру, точнее в шахту Альфа, и будем тыкать этот четвертый ключ везде, где необходимо тыкать. В общем, приглашаю вас присоединиться, для поддержки сразу поставьте лайк, если есть что сказать, конечно же, пишите. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Ну, типа того. А, так, подожди. Ключ коричневый у меня с собой. С собой, эти тоже с собой. Пока больше ничего не требовалось, поэтому погнали. Там что у меня? Вода есть? А, вода. Воды прям мало совсем. У меня где-то бочка же стоит с водой. Что мне мешает взять воду в руку? Так. И набрать ее. Вот все, пусть бутылка воды у меня лежит. Так, пистолет. А зачем мне пистолет, если нет патронов? Или все-таки взять патроны с собой? У меня же были вроде патроны, или я все их истратил? Ну-ка, подожди. Так, тут нет патронов. Здесь. И здесь патронов тоже нет. Ну и нахрена мне пистолет без патронов. Положи. Все. Пошли. Шашку. Давай починим. Вдруг там много-много будет всяких зараз лазить. Погнали. Тихо, сюда пошли. Тот тормоз, короче. Опа, отлично. Так, вот она у нас Альфа. Да вас сколько здесь, ёпарасоте. С тараканами просто перебор. Я очень надеюсь, что в следующей обнове этих тараканов сделают поменьше. Это что там за король пустыни лазит? Фух, какая мерзость. Все, ладно, пошли. О-о-о. Так, минус один. Свет. Че? Я знаю, что ты сейчас полезешь. Так, что у нас тут? Ну, тут еще вода. Короче, бери все. Все разберем. Все ненужное с наслом соберем металлолом. Все, ничего, только у меня батарейка. Вон, видите, в каком положении нехорошем. Так, опять я взял оружие. Ну, собственно, оно у нас теперь может заряжаться. Так, насколько я помню, там мне надо будет пройти к выходу С, по-моему, что ли, и оттуда. Короче, еще к одной дырке. Вот давайте с этой дырки пройдем. Может, отсюда проход будет. Сюда пошли. Опа-опа-опа, алмазы, ребята. Ну-ка, могу я их пораздобывать? А, это вольфрам вообще. А, прикольно. А я где-то в такой же я видел алмазы. По-моему, даже в этой пещере. Прям алмазы видел. Это тоже вольфрам. А, вот они, ребята, вот алмазы. Огонь. Прям шикардосно. Давайте поковыряем, чё. Алмазы лишними, блин, не будут. Это стопудово. И кирка пока вывозит, слушайте, прям радует. Обсидиан, да конечно, давай, чё. Чё-то прям вообще все в этой пещере, да? Собирай.
Все редкие металлы тут, а? Почти все. Еще два металла, но они встречались точно только в космосе. И я думаю, наверное, это так и оставили. Так. Соберем, пока не сломаем, короче, эту кирку. Будем долбить, долбить, долбить. Алмазы там как раз нужны для всяких интересных вещей. И лишними они не будут, это однозначно. Как минимум бур можно будет поставить. Попробовать, насколько это все будет эпично, если поставим бур. Как быстро меня грохнут. В общем, надо будет этот момент проверить. Ага, все. Сломал. Так, ну все, идемте. Блин, а батарея... Нет, батарейка вроде пока еще дюжит. Так, это что? Куда? Сюда? Так, что здесь в ящике у нас есть интересного? Да все забирай. Лишними ничего не будет, это однозначно. Мы потом это все, ребята, с вами разберем. У нас огромное количество будет ресурсов, прям всяких разных. Ну, давай, давай сюда. Так. Печальненько. Так, дата-диск. Да, ну, я так подозреваю, этот диск я уже читал, это однозначно, поэтому ничего нового я здесь не увижу. А, тем не менее, давайте дыхнем кислородом. Опачки. Да. Так, облегченно он вздохнул. Так, и мне вот сюда. Так, идем сюда. Опа, что здесь? Собирай. Так, ну вот эти вообще не нападают. Они очень миролюбивые. Может тебя за ушком там почесать? О, смотрите, пузико почесать. Он куда? Он упал, что ли? Ты упал, что ли? Бедолага. Так, ладно. Что у нас тут? Это все мы читали. Ничего нового собрали. Так, давай сюда. Так, что здесь? Ну, кирку я забирать не буду. Это можно забрать. А кирку я забирать не буду. Так, что еще у нас здесь такого? Можно воды пивнуть. По-любому. Так, можно починиться. Так, у меня есть отдельно. Ну, давай бандажик используем. Все, пошли. Там сверху эти летят астероиды. Метеориты. Короче, камни падают на планету. Так. Ну что, застрял, что ли?
Итак, ну что, ребят, момент истины. Первая дверка. Куда идем? Ага. Что у нас здесь? Что нужно сделать? Идем сюда, что здесь есть. Так, ну тут ничего такого сверхъестественного я не нашел. Здесь все как нужно. Так, что здесь? Relay A1 offline. Жмем. Онлайн. Так. Один есть. Ага. Отлично. Интересно. Да, ну и к слову сказать, ребят, я то же самое делал в обычной версии. То есть подходил вот к этому агрегату, нажимал кнопочку F, и он, собственно, онлайн не остановился. Этот стал онлайн. Ну, вот радует. Так. Давайте здесь поверху пройдем, посмотрим, что тут. Все-таки не просто же так тут он. Клетки какие-то. Так, и мне, кстати, тяжело. На 1,5 килограмма мне тяжело. Ни много, ни мало. Давай вот тут выкинем. Да, все. Мне стало сразу по себе. Нормально. Так, тут никого. Никаких у меня моментов. Что здесь? А, это с этой стороны я обошел. Понял. Так, ну этот маркер, я так понимаю, у меня так и будет здесь торчать, да? То есть он никак. Мне просто надо идти на вторую точку. Ну, значит, выходим наружу, ребят. Что я еще скажу? Лучше всего, конечно, выйти там, где у меня баги стоит. Лучше туда выйти. Здесь все, я все изучил. Идем в эту дверь. И куда ты? Все. Ты сам на меня напал. Ты тварь ты. Это что вообще у вас тут началось? Слышь ты, иди сюда. Иди сюда. Где еще один? Вот он. Какие вы, блин, агрессивные, а? Я вас не трогал от слова совсем. Какого хрена вы ко мне лезли? Ой, там еще один. Слышь ты? А давай мы тебя вот так вот сейчас. Все. Задрабал. Задрабал. А, есть хочу, говорит. Ну, это не проблема у нас на данный момент. На, скушай. На, еще раз. На, снова скушай. Все, пошли. Сил добавилось. Так, ну отлично. А теперь едем обратно, как говорится, домой. Что это было? Так, мой фонарик он сломал. А зачем? Я ж тебя не трогал. Зачем ты это сделал? Ну ты чё? Я думал, ты мой друг. А ты мне электроэнергию ломаешь. Так, ладно, давайте. Шпарим. Так, вот вопрос. Маркеров больше я не вижу. Соответственно, мне необходимо теперь искать. Так, ребят, в общем, что? Я вернулся, я дома. Так, свет выключи. Давайте теперь разберемся вот с чем. Во-первых, надо сделать вот так. Отлично, все. Сохранились. Что? Смотрим миссии. У меня появилась миссия. Да, гамма-шахта. Гамма-шахта, она у нас где-то в лесу, насколько я помню.
Так, это у нас... Да. Ну, утро вечером мудренее. Время, что у нас там? Время уже, ух, час ночи, можно сказать. А может и не стоит уже ложиться, я думаю. Давайте мы сходим. Сделаем следующее. Во-первых, надо... Там что, я что-то насобирал же. Полные карманы. Давайте пока ночь разгрузим эти карманы. Так, пустой пусть он у меня. Положи его на место. Так, сломанная плата убрали. Сломанный компьютер. Так, дата-диск. Дата-диск. Я думаю, вряд ли мне что-то дадут. Это, скорее всего, диск, который я уже читал. Да, совершенно верно. Давайте его просто сюда закинем. Не знаю, собираю диски, зачем, понятия не имею, не спрашивайте. Просто собираю. Так, я насобирал алмазов, кстати. Так, что еще у нас тут из запчастей имеется? Вот это у нас в эту сторону все складывается. Так, ага. Значит, сюда у нас идет резинка, пластик, проволока. Что еще? А вот эти вот я, по-моему, куда-то под член-то ложил в другую сторону. По-моему, здесь, да? Нет. Здесь просто пусто. А, все, вспомнил. Я их сюда ложил. За семью замками. Вот тут. Все, у меня вот... А, у меня тут, кстати, и патроны есть. Ни много, ни мало. А давайте их возьмем. Че в самом деле? Есть патроны, почему бы их не тратить? Так. Давай еще раз, что у нас здесь? Так, 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 так. Здесь у нас тоже ничего интересного. Так, это сюда. Так, ну вот 4-то кислорода надо оставить, я думаю. Так, и пойдемте, что? Вот сюда выгрузим обсидиан. Набрали 9, 11 вольфрама и 23 алмаза. Шикарно. Думаю, можно будет поставить, попробовать все-таки бур. Посмотреть, насколько это все будет страшно выглядеть. Надо воды, наверное. А знаете что, давайте на улице, чтобы более-менее шикарно все смотрелось. Мы поставим такую штуку. Проволока, стекло. Так, давай вот так вот, раз. У меня тут львиная доля всего, что тут надо, есть. Это есть. Что там, пластик есть. Батарея есть, проволока есть. Не хватает только стали. Для стали, насколько я помню, это у нас точно утюг. И лонцвилли. Но вот лонцвилли у меня нету собранного. К большому моему сожалению. Ну, лонцвилли надо тогда собирать. Блин, ничего у вас тут понабежало. Так, ладно. Кто-то там завис, слышите он. Так, где у нас лонцвилли? Вот он. Так, ну, в принципе, их тут много. Ё-моё, тут сколько вас вообще? Лонцвилли, это же этот... Карбон. А, ну да, все бы так ездили за ресурсами со сломанным инструментом. Ай-яй-яй-яй-яй. Что с тобой там происходит? Вы достали. Вот их понабежало-то, ё-моё. Хрясь? Все, отлично. Так, теперь ремонтируем вот это. Ремонтируем вот это. Отлично. Где ты? Достали они меня, вот честно слово. Короче, бегать за вами.
Все. Есть же, достали, вот просто. Так, все. Погнали. Надо подсобрать карбона. Опа, все, давай. Итак, делаем сталь. Отлично. И для чего я это делал? Я хочу вот эту зону подсветить, чтобы у меня здесь было все симпатичненько. Так, а давай вот так вот. Все, вот тут вот будет свет у нас светить. Хорошо. А, отлично, пойдет. Меня устраивает. Все. Включаем, выключаем. Отлично. Так, одного пока хватит. А остальное что, надо разгрузить. А знаете, что я хотел посмотреть? Вот еще такой момент. А, вот это вот у меня алмазная Долтоу. Так, склад рюкзака, кстати, увеличенный рюкзак. Кобура для инструментов, это сюда. Но это так себе. Что за золотая крышка? Холодное сопротивление, расход кислорода. Угу. Понятно, сопротивление холоду. Грязевая крышка. Склад рюкзака. Это у нас сюда. Да нет, мне в принципе не надо. И так. Так, пешие прогулки. А, это, наверное, увеличение скорости, да? Так, надумчивый резатель. Перезарядка топлива Хавер 1.5. Диапазон света. Это у нас фонарик, он у меня уже есть. Это сопротивление холоду. А, это ускоритель. Вот это вот фигни, которая меня толкает, летает и так далее. Улучшатель, ускоритель. Так, ну понял, у меня, кстати, какой-то ховер стоит уже, улучшатель. Так, ну вот как-то так. В общем, что, друзья, поехали в бета-пещеру. Продолжим. А, у меня с собой есть что покушать, даже пластик есть. Есть что попить, есть что подышать. В принципе, я думаю, мне хватит. Так. Подожди. Это все вот так выключи. И где-то вот здесь у нас. Нет, здесь это у нас здесь. А вот здесь где-то турбобассейн. Да. Где-то тут у нас пещерка. Я помню ее. В этом я туда ездил изучать ее, поэтому едем туда. Так, где-то здесь. И эти как раз разбегались, как бешеные. Так, здесь лужица. А где-то здесь была у нас... Да, блин. Да отвалите вы, идите вашу мать-то, сколько ж вас тут. Идти-то мать-то. Так, короче, надо в следующий раз записывать, где находятся пещеры, потому что, ну, капец. Найди, попробуй сейчас эту пещеру.
Так, вот она у нас. Пещера. Гамма, да. Координаты сверху можете посмотреть, в принципе. Ну и на карте. Это вот в этом месте она находится. Можно сказать, прям под надписью. Короче, идем туда. Подождите, прежде чем идем, у меня тут и пить, и есть захотел. Ужасно. Да, да, все, все, наелся, говорит. Так, все, пошли. Так, да будет свет. И нам надо вот в этом направлении двигаться. Двигаемся. Ящик. Что в ящике? В ящике все возьмем. Я потом, ребята, за кадром все это разберу, переработаю. Это будет довольно большое количество ресурсов, которые пригодятся в будущем, я думаю, по-любому. Так. Это куда мы идем? Вот она, дверь. Все, идем, еще одна дверь. Отлично. Так, ну тут нас встречают наши уже далеко, глубоко знакомые. Ой, блин, что ты мажешь-то? Знакомые друзья. А-а-а. Да иди ты. Эй, что-то аж глюканул он из-за тебя. Все, отвали. Так, что у нас здесь? Здесь Смит Лок 4 и еще один чертеж. Так, давайте будем читать Смит Лок 4. Так, где он у нас? Вот сюда. Голосовые журналы. Вот он, Смит Лок 4. Читаем. Нормально так напечатали. Будем читать. Я брал несколько образцов бета-версии, когда Вега сообщила о пробоине в скафандре и выскочила из расщелины, крича и плюясь кровью. Затем внезапно вся шахта сильно затряслась, и этот оглушительный звук. Это был звук не землетрясения, а какого-то крика, издаваемого, должно быть, гигантским инопланетным существом. Затем порыв воздуха сбил нас с ног, и я чувствую его запах через свой костюм. Ужасный, отвратительный запах. Мы побежали так быстро, как только могли, обратно на базу. Но я так подозреваю, они встретились с червем. Судя по описанию. Ну, другого описания я не представляю. Так, еще одна у нас конструкция здесь стоит. Отлично. Давайте ее запускать. Чпок. Хорошо. Так. Рели 3, это у нас Зетта, насколько я помню, да? Ну, да, совершенно верно. Я уже знаком с этой пещерой, так что пошли отсюда. Так, гаси свет. И Зетта у нас... Она у нас помечена, ребята, зелененьким. Это первая, которая была у нас. Вот она, шахта. Это мне надо ехать на север, по идее. Вот сюда. Или даже на северо-восток, правильно? Ну-ка, подожди. Да, на северо-восток надо нам пилить. О, поехали. Сразу, наверное, сгоняем. Там что у меня... Потом придем на базу и подлечимся, восстановимся. Ну да, в принципе, да, у меня все есть. Подышать есть, попить есть, поесть есть. В принципе, все нормально. Топлива пока тоже хватает. У меня еще 2 бочонка в багажнике, так что все нормально. Погнали, ребята, погнали прямиком. Опа, 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 опа. Давайте соберем. Чего он просто так лежит? Поехали. Так, ну и вот это у меня, насколько я помню, тоже довольно
редкий ресурс. Вроде как и не редкий земельный, но в принципе тоже часто встречается. Надо, потом бегаем за ним. Так что попутно давайте загребем. Так, погнали. Так, вот она, Z-шахта. Этого можно восстановить, но потом. Я пока не вижу в них какого-либо... Не вижу никакого практического смысла в этих дронах, если честно, но на данный момент. Вот конкретно эти дроны, они ничего мне не дают, это однозначно. Так, да будет свет. И как-то нам вот туда надо, на 333 метра. Так, что у нас здесь лежали замечательные. Так, ну это все мы уже читали 50 раз. Давай все собираем. Так, вот здесь еще у нас, да, по-моему? Да-да-да. Вижу. Хрясь. Открыли дверь. А, ну тут все просто, да. Вспомнил. Так, ну надо будет потом поразбирать. Это однозначно мы все запустим в работу. Поразбираем. Так, вижу дверь. Вон она. Сим-сим, откройся. Так, что у нас тут? Это, кстати, серебро. Давайте соберем. Золото. Ну, а почему бы нет? Хорошо. Oxygen levels dangerous. Че? Подожди, есть оксиген. На. На, еще раз. Все, погнали. Так, вот у нас еще один. Но я пока не увидел ни одного здесь ящика. Слушайте, ну здесь прям останки червя. Это таки довольно многообещающе. Я сейчас запущу, и черви попрут. И мне с ними что, воевать надо будет? Давайте мы сделаем так. Я просто так не буду запускать. Я сохранюсь. Что-то очково мне. Пещера довольно внушительных размеров. Я ее до конца не добежал. И прям много-много останков червей. Так, окей. Давай, делаем так. Сейв прогресс. Отлично, запускаем. Шмяк. Что? Access dish. Очень замечательно. Что ты от меня хочешь? Можешь мне сказать? Давай. Так. Введи компьютерный код. Какой? Какой? Ввести компьютерный код. Можешь мне сказать? Очень интересно. А какой код ввести? А, ладно. Давай выходим на улицу.
Так, свет гасим. Выходим на улицу. Да, я сказал гасим, и выходим на улицу. Ух, чё так темно-то. Так, ну и что, куда вводить? Вот вопрос. Так, давайте будем посмотреть. Ну, конечно, как без вас-то. Короче, идем пока назад. Итак, получается, что я получил еще один диск. Давай его будем расшифровывать. Ну, не совсем то, что надо было. Получилось, а кто там с кем воюет? Угу. Какой пароль, куда ввести, я не совсем догоняю, ребята, если честно. Давайте откроем еще разок. Где-то, может быть, я что-то упустил. Так, подожди. Дата-диск. Положи сюда. Он мне не нужен. Так, здесь больше у меня ничего нету. Здесь у нас голосовые журналы. Так. И это все я прочитал, это все получил. А может быть, это еще раз на антенне пароль надо ввести? Ну-ка, давайте попробуем. Сейчас сгоняем по-быренькому. Ну все, просыпайся давай. Сейчас весь день проспишь. Так, где эти черти? Все, шикардос. Погнали. Так. Подожди. Воды. Какие назящие эти тараканы, сколько их здесь? Это просто какой-то трэш. Они за тобой бегают, постоянно пытаются врезаться в твой багги. Мешают проехать, вообще вот просто назящие такие. Нахрена их столько, если честно, не совсем догоняю. Я понимаю, что должны быть какие-то боты, чтобы был какой-то интерес, разнообразие, что ли, или еще что-то подобное. Ну это прям вот, мне кажется, прям перебор же есть, вот прям... Полноценный перебор. Так, окей, ладно. Давай посмотрим, что тут. Так. И... И чё? И какой пароль? Блин. Вот это интересно прям, слушайте. А что за пароль, где его брать? Видимо, надо, наверное, почитать что-то у нас в голосовых журналах. Давайте посмотрим, где у нас может быть пароль. У
Я надеюсь, что это циферками. Ну, давайте посмотрим, что у нас может быть с циферками. Так, 581. 581 какая-то цифра у нас есть. Но это Глиссе 581 снаружи. Это что-то, видимо, иное. Так, а вот пароль. Пароль 847. Так, еще какие цифры есть? Так, ну дальше точно никаких циферок нету, это однозначно. Потому что дальше это я все помню, это совсем недавно я читал. Так, ну окей, давайте будем так. 581, наверное, вряд ли мне что-то даст. Да. А 847... Есть... Опачки. Докинс, the dish is online. Do you see anything through the new Dawn computer? I'm sorry. All system computers have been shut down. Well, turn them back on. Let's find the others and get out of here. Ага, дальше мы ищем космический корабль. We're safe where we are now. Да, и кстати, у меня там появился еще голосовой журнал. Да? Нет? Нет. А, я получил еще один чертеж. Вот он. Да, дата-диск. Так, и поиск корабля. У нас появился новый маркер на карте. Ну, шикарно, отлично. Ребята, что? Пойдемте посмотрим, что нам там дали. О, смотрите, днем лази. А это вообще оригинально. Днем его не было. Первый раз вижу, чтобы днем. Обычно они по ночам только находятся. А это прям на верхушке и днем. Прикольно. Так, ну что, пойдемте расшифруем, что нам за диск дали. Какой там будет чертежик у нас. Хрясь, хрясь, хрясь. Фабрикатор. А вот это уже серьезно, ребята. Фабрикатор, насколько я помню, он должен у нас ставиться посередине, да? Так, подожди, тихо. Это у нас не в структурах, а где он, в технике? Вот он, да. Да, фабрикатор у нас ставится посреди хабитата, насколько я помню. Ну вот, можно будет в какой-нибудь поставить. Но это мы будем уже делать, друзья, в следующей серии. У нас открылся с вами фабрикатор. Фабрикатор, скорее всего, потребуется для ремонта космического корабля, который у нас тоже, вот видите, маркер появился. Вот, а на этом будем завершать. Понравился ролик, ставьте лайк. Есть что сказать, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Да пребудет с вами Джойстик. Всем пока, до скорых встреч.